Теперь зазвучит. Дом культуры села Солоти Валуйского округа получил новое звуковое оборудование. Солоти находится недалеко от окружного центра Валуек, однако жители села живут своей культурной жизнью и хотели технику не хуже, чем в городе. Это один из сохранившихся микрофонов, который мы пели в нашем Доме культуры на различных мероприятиях, концертах. Вы видите, что он уже пришел в негодность, он измят, ему уже 12 лет. Это микрофон, можно так сказать, ветеран. Ветеранам пора на покой. Новые микрофоны, колонки, звуковой пульт – все уже установлено и готово к работе. В клубе «Села Солоти» репетиция ко Дню защитника Отечества. Несмотря на близость окружного центра и возможность посещать районные концерты и праздники, жители села очень дорожат своим клубом и творческой атмосферой, которая тут царит. А новая аппаратура только добавляет настроение. Я пела в этот микрофон впервые. Ощущение полета, можно так сказать. Звук разлетается так, как мне нужно. Моя душа летит вслед за моим звуком. Мне это очень нравится. Практически каждый день проводится какое-либо мероприятие. Если это крупные какие-то концерты, то это 1-2 раза в месяц, где полный зал собирается. За помощью в приобретении новой техники жители обратились в фонд поколения Андрея Скотча. Просьбу услышали. Для нас это как хлеб. Это очень нам необходимо, вот эта вот аппаратура. И еще раз можно сказать спасибо и фонду поколения, и Андрею Владимировичу за то, что нам такой замечательный подарок дали. В кружках, ансамблях и в качестве солистов в местном ДК участвует более 200 человек. Здесь уверяют, вся техника будет работать и будет востребована. Приобретена она не зря.